Всем привет, с вами Акампон, сегодня я буду записывать дежурный по переезду. Да, я нахожусь на станции Николаевка, и сейчас я иду на метро. Потому что что-то произошло с моей машиной. И я не могу на ней ехать. Осторожно, двери закрываются. Все, мы едем. Вот мы едем. Интересно, что здесь делает этот поезд? Я его чего-то не видел. А, это, наверное, машину убрали. Эту, которая врезался. Но надо будет отогнать его. Только мне надо сейчас будет перейти. Так. Так, ну вот наш поезд. Его должны уже забрать. Контактные сети у нас присутствуют. И ладно. Будем начинать рабочий день. Берем, собственно, рацию, свисток, жилет. Надеваем. Собственно. Прием дежурный, закрывайте переезд. Предупреждаю, поезд стоит возле аварии, который на аварии. Знаю, сейчас отправится. А, хорошо. Так, закрываем переезд, собственно. Так, выходим и показываем желтый флаг, что он может ехать. Опа, уже слышу звуки. Опа, отправляется. Все, поезд отправился. Так, реанимация до сих пор там стоит. Ну, ладно. Так, я думаю, сейчас вот здесь поменяем местами. Вот. Так, ну все, я готов уже к работе наконец-то. И я сейчас работаю режимным по переезду. Так. Конечно, что-то с путями интересно случилось. Может, это из-за... И что-то с ним. Ладно, потом разберутся. РЖД. Там что-то. Ладно, ребят. Диспетчер, когда следующий поезд? Прием. Поезд будет через 5 минут. Хорошо. Так, ладно. Через 5 минут отправится следующий поезд. Включу запись, как только поедет поезд. Так, уже должен. Прием, закрывайте переезд, едет поезд. Хорошо. Принято, закрываю переезд. Так, сейчас я ставлю желтый флаг, собственно. И у нас сейчас поедет какой-то поезд. Неизвестно, мне не сказали. Ну ладно. Надо будет еще РЖД, наверное, вызвать, чтобы эту штуку исправили с рельсами. А то какая-то штучка. Какая-то. Она, наверное, с этой стороны. Так, ЧМ3 едет. РЖД. Или это не РЖД? Сейчас увидим. Так, не вижу РЖД. Стоп, чего? Это же ЧМ3 с купе вагонами. Вот такого я еще не видел. И все, похоже, были вагоны на флаг России. Не знаю. Просто похоже. Ладно. Диспетчер, когда будет следующий поезд? Прием, следующий поезд будет через 20 минут. Хорошо. Ладно, ребята, включу запись, как только, ну, поедет следующий поезд, а то не хочется с вами ждать, когда приедет этот поезд. А, включу запись, как только он приедет. Так, должен сейчас, собственно... Прием, давайте переезд, едет поезд. Хорошо.
Принято. Закрываю переезд у города Минска. Так, ждем. Я ставлю желтый флаг, потому что мы принимаем его. То есть у него не будет, наверное, никаких проблем. Если увижу какие-то проблемы, то я его сразу, собственно, поставлю красный флаг. Должен сейчас поехать поезд. Со станции Николаевка должен, наверное, поехать. Наверное. Я не знаю. О, это походу... Это походу ТЭП-70. Нет, это не ТЭП-70, это ЭП-20. С каким... я не вижу, какие вагоны. Но ЭП-20 сейчас едет. Так. Так это у нас какие вагоны? Я не знаю, какие это вагоны. Это, походу, либо плацкартные, либо купе. Это купе поезд. Купе. Второй поезд купе едет. Все, уехал. Ой, погода испортилась. Ладно, ребята, включу запись, как только... включу запись, как только приедет следующий поезд. Так, должны сейчас сообщить по расписанию. Там дежурный, закрывайте переезд, едет поезд. Угу. Хорошо, закрываю переезд возле города Минска. Я просто сообщаю. Прием, у него сломан гудок, он не может... гудок. Хорошо, хорошо, я понял, хорошо. Отправляйте тогда его на ремонт. В ремонт. Так. О, это ДР-1А! Это ДР-1А едет. Мой любимый поезд. ДР-1А. Проезжай. Ура, наконец-то мой любимый поезд проехал под названием ДР-1А. Мне он просто очень нравится, поэтому я так удивлен. Так, ну, собственно, как там по расписанию? Где-то через полчаса. Диспетчер, через полчаса у вас поезд будет? Прием, верно. Хорошо. Так, по расписанию написано, да, через полчаса. Верно. Ладно, ребята, через полчаса я включу видео и будем дальше, собственно, как сказать, будем дальше. Ну, короче, будем ожидать поезда, как только он приедет. Так, Прием всем дежурным. Железная дорога останавливается на какой-то... Так, подождите, что-то не слышно. Что-то там железная дорога. Прием, железная дорога прекращает работу на некоторое время. А из-за каких причин? Алло, диспетчер, из-за каких причин прекращается? Авария на Николаевке. Так. Минуточку. О, пожарные едут. Пожарные. Эх, было бы у меня сейчас машина. Авария на Николаевке. О, мою машину привезли. Вот уже стоит. Да, вот, даже сообщение пришло, что ваша машина была починена и доставлена. Вот моя машина. Так, поехали быстрее. Ребята, надо срочно ехать на станцию Николаевку, потому что произошел какой-то случай. Сейчас поехала пожарная машина, но сейчас я еду, собственно, с огромным переживанием, потому что... Ёй! Это же ДР-1А... ДР-1А с ДГМ-4. Еще с грузовыми. Ой. А скорая... Надо скорую вызывать. Уже пожарные приехали. А скорую надо... Ёй! Ёй, что здесь? ДР-1А врезался в ДГМ-4... с грузовыми вагонами, а ДР-1А с пассажирскими вагонами.
Ой, что здесь происходит? И что интересно со стеной? Надо будет починить, наверное, тоже из-за аварии. Какой-то. О! Опа, скорая едет. Ой-ой, и здесь сейчас. Короче, ребята, сейчас так. Надо РЖД вызывать, сейчас я вызову. Алло, алло, диспетчер, на станции Николаевка произошла авария с ДКМ-4, с грузовыми вагонами, и ДР-1А с пассажирскими вагонами. Алло, прием, РЖД едет. Хорошо. Так, РЖД начальник вызвал. Сейчас должно приехать РЖД машина. Ой, здесь две скорые, а не одна. Уже еще одна приехала. Ой, ребята. Там еще люди. Ой, так. Ну, короче, ребята, произошел вот такая ситуация. Вот РЖД даже вот приехала, РЖД с, собственно, специалистами, которые могут разобраться с рельсами. Кстати, надо, они увидят эти рельсы, и они будут исправлять эту ошибку. Ладно, ребята, если вам понравился такой видеоролик, то, пожалуйста, поставьте лайки и подписки, и напишите в комментариях, то есть пожалейте, собственно, людей, которые оказались в этом поезде. Советую, ребята, поддержать за такую аварию, советую поддержать людей, которые там состояли, и специалистам, которые пытаются спасти людей и сам поезд. Поэтому поставьте лайки, подписки, колокольчики. Следующее видео, короче, ожидайте следующего видео. Всем удачи, всем пока!